Здравствуйте, меня зовут Кирилл, я рад приветствовать вас снова. Сегодня я расскажу вам о том, как получить максимум удовольствия от просмотра вашего видео на встроенном проекторе. Давайте представим такую ситуацию. Вы сняли много интересного видео и хотите его показать друзьям и близким, но поблизости нет телевизора, к которому бы вы могли подключить вашу видеокамеру. Сейчас вам достаточно нажать на кнопку проектора на корпусе вашей камеры для того, чтобы показать ваше видео друзьям и близким. Существует ряд простых правил, следуя которым вы сможете получить отличную картинку, используя встроенный проектор. Выберите светлую поверхность, на которой вы собираетесь проецировать изображение. Это могут быть шторы, стена или потолок. Приглушите свет, если вы находитесь в помещении. Чем меньше света, тем ярче изображение проектора. Отодвиньте камеру от поверхности, на которой вы собираетесь проецировать, на несколько метров. Чем дальше вы отодвигаете камеру, тем больше размер изображения. Вы сможете получить картинку диагональю от 20 до 100 дюймов на расстоянии от 1 до 5 метров. На верхней части экрана у вас есть специальный ползунок, который позволяет отрегулировать резкость. Достаточно переместить ползунок для того, чтобы понять, насколько резко настроено изображение. У вашей камеры есть встроенные динамики, расположенные рядом с сенсорным экраном. Но бывают ситуации, в которых мощности встроенных динамиков не хватает. Тогда вы можете подключить внешние динамики. Главное, чтобы у них был разъем, как у наушников. Также есть специальный аксессуар, который позволяет получить отличное качество звучания, а звук распространяется на 360 градусов. Он крепится на аксессуарную площадку, расположенную в верхней части видеокамеры, а питание осуществляется за счет аккумулятора видеокамеры. В режиме работы проектора вы можете управлять настройками камеры с помощью качельки зума. А свой выбор вы подтверждаете нажатием на кнопку «Фото». Когда в следующий раз вы захотите показать ваше видео близким и друзьям, вспомните о том, что у вас есть встроенный проектор. Практически в любой ситуации вы сможете сделать портативный кинотеатр. И этот ролик завершающий в серии. Я надеюсь, что вы узнали много нового и полезного о возможностях вашей видеокамеры. Всего вам доброго, до новых встреч!